Ежегодно 24 марта весь мир отмечает День борьбы с туберкулезом. В поликлинике Рассказовская ЦРБ проходили дни открытых дверей, где обследовали население. Это одно из самых тяжелых инфекционных заболеваний, которое по смертности занимает второе место в мире. Несмотря на успехи и новые открытия в области медицины, заболеваемость на территории России остается высокой, как и смертельные случаи. Рассказывание не исключение. В 2014 году в нашем городе зафиксировано 3 смертельных случая из-за туберкулеза. Главный путь заболевания и передачи инфекции – воздушно-капельный. Туберкулезом может быть поражен любой орган, но чаще всего встречается туберкулез легких. Симптомом появления болезни могут стать следующие признаки. Мотивированная слабость, потливость, повышение температуры, появление сухого кашля, какое-то похудание. Вот все это уже может привести к тому, чтобы человек подумал, а не туберкулез ли это. Потому что вот такие простые симптомы, их всегда нужно отличить от любой другой патологии. Потому что, еще раз говорю, туберкулез – достаточно серьезное заболевание. Да, оно инфекционное, но оно все равно хорошо лечится при своевременном обращении за медицинской помощью. Болезнь легче предупредить, чем ее лечить. Проводится вакцинация новорожденных детей для того, чтобы в последующем у человека не развился туберкулез. Проба МАНТУ – это диагностический тест, который показывает, есть ли в организме туберкулезная инфекция. У взрослых в самой ранней стадии диагностировать туберкулез помогает флюорография. 80% людей, у которых в прошлом году был обнаружен туберкулез, считали себя здоровыми, и только после прохождения этой процедуры болезнь была выявлена. Сделаем ему снимок. А на следующий день у нас результат. А снимок переходит у нас на другой компьютер, который смотрит доктор. Но в основном у нас ежегодно проходит. Вот у нас, если человек, у нас группа риска есть, проходит и 2 раза в год. Но в основном ежегодно обследуем. За день процедура проходит до 200 человек. Современное оборудование позволяет сделать дозу облучения минимальной. Туберкулез гораздо легче вылечить, если он обнаружен на ранней стадии, говорят врачи. Поэтому профилактические меры выходят на первое место. Не стоит забывать, что это социальная болезнь, и особенно подвержены ей люди с ослабленным иммунитетом. Юрий Ценин, Алексей Горелкин. Новости ТВ Рассказово.